Городские власти Дубая запустили собственную криптовалюту. Как сообщает Cointelegraph, валюта получила название EM Cash, и использовать ее можно будет для оплаты государственных и других услуг. По словам заместителя генерального директора по экономике Дубая Али Ибрахима, токен будет считаться законным платежным средством для различных правительственных и негосударственных услуг, от ежедневного кофе до платы за коммунальные услуги и денежных переводов. Отметим, что блокчейн широко распространен в стране, и Дубай стремится стать центром финтеха для восточного мира. Редактор